Всем привет! Я вот зашла домой, дома. Хочу показать небольшой обзор наших заготовок на зиму. Вот мы, в общем, срезали капусту, посолили. Вернее, солил муж, потому что у меня никаких сил не было. Я сказала, его здесь вот накрыла, пока у нас крышки нету. Это такая нержавеющая кастрюля. Вот, и, в общем, вот столько сока дала вот наша капуста. Она вот когда посолится, я ее переложу. Вот у меня тут баллон стоит. Просто с водой. Ну, так, я попробовала, ничего, вроде бы вкусненько. Хрустит. Вот. Я, правда, немножко подсаливала, потому что я... Когда попробовала, у меня муж рубил морковку, мы вместе резали, а капусту он рубил. Вот. Потом я, когда посолил он, я, значит, попробовала, она немножко недосолена была. Ну, хрустит хорошо. Вот я накрываю, потом... Ничего, хорошенькая капуста. Я немножко подсолила, потому что я когда попробовала, соли маловато было. Вот, в этом году он у меня рубил. Я сказала, что у меня сил никаких нету. Я так устала с этим огородом совсем. В общем, очень устала. И, в общем, ни отдыха, ничего. Я еще цыплята. У меня маленькие еще цыпочки. Вот, и я сегодня даже их не вытащила на улицу, они вот здесь вот в коробке сидят, вот. Вот так вот бегают, вот они у меня под лампочки, у меня вот уже, я говорю, сил никаких нету, их ходить, вытаскивать. Они там мерзнут, они маленькие, и мерзнут. Вот, и в общем, приходится вот так их держать под лампой. Я хочу показать, значит, заготовки, пока я, которые сделала. Вот, в общем, компотик вот такой. Это компот из малины, 5 баллонов. Вот он стоял уже, запылился. Вот 5 баллонов я сделала. Значит, вот компотика. Я закрыла огурчики. Вот замариновала. Вот такая у меня красивая баночка получилась. Это все малиновый компотик. 5 баллонов я закрыла. Вот. И, значит, это я делала такой салатик, но я не положила сюда. Здесь, значит, слоями лук, перец болгарский, помидоры и это, кабачки молодые. Ну, вот я 5 баночек сделала. Вот. И, значит, у меня здесь малиновое варенье немножко. 3 баночки я сделала. И компот вот из красной смородины. 5 баночек тоже вышло. Вот. И здесь, значит, я еще закрыла огурчики. Вот у меня огурчики тут стоят. Я закатала. У меня вот стоят под шубой. Значит, вот это лук, который мы вот выкопали. Лук хороший, небольшой. Вот. Вот прям вот ладошка моя. Вот такой хороший лук, неплохой. Я вот здесь его чистила, потому что вот этот лук я собирала после дождя. И пришлось мне его чистить. А тот лук я не чистила. Он был весь сухой. Я вот эту шкурку не снимала. Этот лук я собирала до дождя. В общем, вот здесь у нас на улице ночью сыро очень, поэтому я его занесла домой, и он у меня дома сохнет. Вот столько у нас лука, значит, ну, сетки 2, я думаю, будет. Потом здесь такой лук кушать. Здесь он подъеденный, ну, мелкий и такой подъеденный. Я это... В общем, мы его кушаем. Там еще у меня таз стоит. Значит, у меня таз еще стоит лука. И стоит, значит, этот
ведро лука тоже. Это мы сейчас кушать будем его. Здесь у меня, значит, чеснок, вот который я выкопала с маленькой грядочки. Ну, я думаю, нам хватит его. Такой вот чеснок тоже неплохой. Вот такой вот большой. Я тоже его обрезала. Вот, ну, в общем, вот столько у нас чеснока. Вот. Потом, значит, я еще пожарила икру. Вот я пожарила икру бочковую. Ну, я вот сначала закатала его, и у меня одна баночка открылась, потому что здесь очень жарко у нас. И пришлось мне, значит, я его весь поставила, вот эти баночки все поставила в холодильник. Икра вкусная получилась здесь. А эти баночки я так закрыла, просто вот закатала. Вот у меня вот здесь лежит капуста цветная. Вот, в общем... Вот еще вот мы кушаем. Вот это хорошая такая вот. И два таких маленьких вот качанчика. Вот. И что я еще хотела показать. А вот это я зелень посолила. Это у меня, значит, укроп здесь. Солью я посолила. Это чесночные стрелки. Две баночки я посолила и вот так держу в холодильнике. Мы ими пользуемся. Потом, значит, я хотела показать, что я... Мне вот некуда. Сейчас я вытащу, чтобы холодильник... И заморозила. Чтобы морозилку не испортить. Я, значит, вот заморозила. Прям места совсем нету. Я заморозила, значит, малину. Вот. Вот так я заморозила. Я ее помыла. Ну, сначала собрала, помыла и немножко сахаром посыпала. Она дала сок. И потом я вот в эти вот такие вот контейнеры. Вот, в общем... Какая у нас малина. Вот я закрыла. Здесь тоже. Сейчас я попробую. Здесь тоже вот прям полная. Вот так вот у меня заморозилась малина. Вот. Это я на зиму. Ну, посмотрим, на зиму или не на зиму. Вот, смотрите, что... А теперь и закрыть ее не могу. Ее расперла. Ее расперла вот наверх. Я не могу закрыть. И вот это тоже контейнер вот такой вот. Я ее уже открывать не буду. Вот я открыла этот, и вон что. И не закрывается. Теперь мне надо ее будет мешочек, наверное. Вот такие вот ягодки. Я не перетирала, ничего, надала сок, я немножко ее размешала, так ложками наложила. Вот такая вот она у нас получилась хорошая. Ну, я знаю, теперь мешочек то ли целлофановый вот открыла. Хотела показать вам. В общем, вот столько я, вот три штучки малины, я, значит, вот заморозила. Вот.